Так, все работает! Код взломали к чертям. Круто взломали, но взломали. Червь нашел три точки и сдох. Дальше работаем сами. Найди остальные сам, изнутри проще. По этим трем можно сделать триангуляцию. И маленький хакерский подарок тебе. Каждая точка укажет соседние. Всего их должно быть 12. Каждая содержит 16-ричный код. Он-то нам и нужен. Когда найдешь все, соберем код, упакуем данные, и мы в дамках. Да, в революционной Америке долго не зависай. Хоть и хочется. Я поставил две точки. Поверь, нелегкая эта работа, но у меня вышло. И эти две как бы активируют скрытую. Поставишь нашу третью, получим координаты скрытой. Считываешь код, на исходную, повторить. Кстати, я бы не отказался глянуть на стеклянную гармонику Франклина. Ну, вдруг найдешь. Развлекайся! Эдмунда Миллера и мальчишку Картрайта нашли полумертвыми в канаве. Бог весть выживет в Европе.
но смертный. Да. Коннор! Командующий! Рад вас видеть. Вы добились своего. Что будете делать теперь? Хороший вопрос. Сказать по правде, я не знаю. Пусть основы этой страны заложат более мудрые люди. Я не гожусь для этой задачи. Вы не играете в бочи? Мне все больше нравится эта игра. Я подумываю построить поле, когда вернусь в Маунт Вернон. Столько жертв, и все для того, чтобы страной правили мудрые люди. А вы будете играть? Я должен был знать. Коннор! Считаете ли вы себя достойным или нет? После всего, чем вы пожертвовали ради вашей цели, вы не заслужили покой. Они думают, мы поверим их жалкой лжи. Очередной... Все с тобой ясно. Они думают, мы поверим их жалкой лжи. Почему мы всегда платим? Аж дрожь берет. Недорно. Недорно. Они злоупотребляют властью. Нами больше я тиранам служить не стану. Мы требуем ответа или мести. Они думают, мы поверим. Что ж, неплохо. Обыграл. Сойдет. Мои поздравления.
Давай! Та-да!
Помочились. Какой мрачный. Хочешь ускользнуть, гаденыш? Он у меня на прицеле.